Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре ружье для подводной охоты. Вот так вот оно выглядит. Называется это ружье Буша Марлин Эвил. Новое ружье от компании Буша. Покажу поближе. Начнем, как всегда, по порядку. Значит, конечно же, это наша всеми любимая с вами марлиновская ручка от компании Буша. Удобная марлиновская ручка. В этот раз она выкрашена в оранжевый цвет, для того, чтобы ружье хорошо было видно. Конечно же, удобный упор, спусковой механизм. Дальше по ходу идем. Железный линесброс. Что важно, значит, он нигде ничего не сломается, будет надежно фиксировать ваш линь. Дальше у нас здесь расположено крепление под марлиновскую катушку. Есть на всякий случай зацеп для линя. Дальше у нас идет в данном случае 50-сантиметровая алюминиевая труба. 28 мм ее диаметр. Оголовье закрытое. Есть возможность поставить дополнительную тягу. Гарпун 6,5 мм с фиксированным наконечником с одним лепестком. Линь. В данном ружье используется монолинь. Вот такой вот монолинь. Длина, как всегда, монолиня 3 гарпуна. Так что тяга 16 мм. Вот такое вот новое интересное ружье от компании Буша. Подойдет как начинающим, так и бывалым подводным охотникам. Удобная всем известная марлиновская ручка, шикарная, лежит в руке. Плюс еще забыл сказать о том, что в этом ружье по всей его длине идет вот такая вот поддержка гарпуна. До самого-самого конца идет поддержка гарпуна. То есть гарпун будет четко направлен, выстрел будет намного точнее. Гарпун не гуляет, ни так, ни ся. Шикарное ружье. Называется оно Марлин Эвил. Если вам интересно, приходите в наш магазин Батискаф. У нас здесь вы найдете много, очень много, шикарный, огромный выбор ружей для подводной охоты. В том числе есть и это ружье. Так что приходите в наш магазин Батискаф, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу страницу на Фейсбуке, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, либо дизлайки. С вами была компания Батискаф, и я Александр. До свидания.